Диапазон применения протонной терапии постоянно растет. Предполагаем расширение показаний к лечению как опухолевых заболеваний, так и области лечения заболеваний неопухолевых, таких как, например, заболевания в области глаза. Протонная радиотерапия не заменяет доступные в настоящее время методы противоопухолевого лечения, таких как операция, химиотерапия или биологическое лечение. Скорее, их очень эффективно дополняет. Протонная радиотерапия предлагает пациентам еще один очень эффективный метод борьбы с раком –